Сотрудники ГИБДД ищут велосипедистов-нарушителей, тех, кто нарушает правила и на двухколесном пересекает проезжую часть. Ведь это запрещено. На этих кадрах сотрудники ГИБДД следят за порядком там, где любителей велосипедов особенно много. А ведь некоторые пересекают проезжую часть в неположенных местах или вовсе выезжают на пешеходные переходы на транспорте. Илью оштрафовали за подобный инцидент. На глазах инспекторов ДПС он поехал через дорогу. Сегодня я поехал кататься и на пешеходном переходе не слез с велосипеда, проехал на нем, за что я был справедливо оштрафован. Считаю данную меру отличным способом заставить меня задуматься. Госавтоинспекция напоминает о запрете пересечения дороги на двухколесном, а также поворотах или разворотах на крупных дорогах или через рельсы. С установлением теплой погоды на улицах и дорогах значительно возрастает количество велосипедистов, что в свою очередь повышает риски совершения дорожно-транспортных происшествий с участием данной категории участников дорожного движения. Велосипедистам рекомендуется использовать велошлемы и защитную экипировку для снижения тяжести последствий возможных падений и происшествий. А за нарушение перехода дороги на велосипеде предусмотрен штраф 800 рублей.